По опозданцам, кого сегодня нет. А чё Кофа ушёл? Потому что он чёрт. Это факт, а не причина. Ну вот буквально, блядь, он решил тут собрать себе валик, шмоточки и пойти, типа, в топовую гильдию, которая его заслуживает. Но на самом деле это не так, блядь. Да с первого. Ладно, давай, чё тут обсуждать его. Когда он ушел, тем более уже 100 лет в обед. Пришел сам, пришел сам на пожарника. Два раза умер от ракетного обстрела, блядь. Ага. А там еще что-то пишет в чатик, блядь. То, что у него там все раки, все хуёвые, один он топчик. Ну-ну, блядь. Зато много твинов, на которых дает риск АТПС. Очень полезно. Не твои, вот ты и бесишься. Да мне хватает моих двух чаров, зачем тут кучу твинов делать? Должен быть в теории Биузелис, еще там какой-то вроде лоб. Который ничего не писал. Но это все, это отлетит в скором времени. Вот так вот ходит на РТ. Вот у нас шкаф внутри тыкнуть. Настя пока зашла. Бля, третий танк так-то нужен на медведя. И он есть. Ничего не писал.
Потому что на туре сейчас во льду пойдем. Время не терять. Завтра зайдем за ЕС. Слышишь? Успех за половину ГП, да? Да. Сейчас звоните. Ксава. А что, Войт третий? А. Не? У меня в ТЦ. А Шафран только холик же? Я не знаю. Ну, у него есть тоже ДЦ. Вроде как. Ну, если тебе удобно, спек не спис. Да, мне как раз удобнее в холике, потому что сейчас перебивать надо все. А. Что у нас же три танка, Войд же есть. Ну и что, что Войд есть, ну блин. Допустим, на тот же совет, это на Каратрес нужно 4. Да я выставлю, в принципе, пока ханта убью по шаману. Я просто не знаю, вытанчит там или какой-то ханта или нет. Даже не проверял. Редвар у него есть танк, перфит есть что. Пехнет за тактику расскажет. Все четко делает. Опять полчаса на тактику. Да не. Я пока что не могу это использовать. Трэша куча бежит. Ловите. Там два танка тут. Респект нас. Подожди, не выключи ты тут. Стой. Ну, блядь, Винстон. Умно, если что. Ну, домашний трэш. Почему он опять не урона? Разогнали в пизду, чего? Тут можно под лицо пройти, встать. На РДД. Чего вы там все стоите на этом мосту? Еще и два споровых, блядь. Повезло, повезло. У кого из хилов есть ДД? Куда пойдут? Цитаэль, Шафран.
Я мог пойти еще поиздевать. Но это время. 5. Не, ну так-то можем мы в 6 идти, просто нам ТД нормальных не хватает. Я могу лучше бы пойти, но это минут 5. Давай, ладно, это вот так убьем, сейчас потом решим. Тоже спек на самом деле. Так, в итоге что у нас? Лемур, Шам. Я думаю, может на шипы зайти. Побольше таргетного урона нормального. С татемами тогда проблема была. Ну, один шаман, да. Не, ну просто фрост есть. Есть ханты, в случае чего могут листья поставить. Правда, по палам один пал. Слышишь, Мортрес, ты не хочешь на Редрика зайти пока? Давай. Давай. Ну ты не левай, друидом останешься. Вот мы решили вопрос. Так, чё в танка? Войд, спекайся. Багру, что ты был. Этим. Вторым выводил иногда. Ну ты понял. Давай, заходи, Настя, назад на ходу пал. А, Фредрик. Как бы стоит. Так, чё, начнёт пиво тогда? Шафран в ДЦ? Я в холике. Кто из нас в ДЦ? Ну, киньте ролл, я не знаю, у вас обоих в ДЦ. Давай спекнусь, пофиг. Ну, спекайся. Так, для ДДшников, кто первый раз сюда зашел, знак вот, вы выносите первые три метки. Танк становится в череп, пара меток становится квадрат один, РДД, милик, допустим, между. Вторая тройка меток 2 ДД, один луна, другой ближе к боссу, в линию, друг за другом. Насчет ядов, потом перефазы, будем смотреть, сколько какого босса добиваем мы или переводим на... лед назад. Но мы в любом случае диспелимся, яд выходим в лужу.
ДДшники, танки, приоритет. Выходит под собой, там, где череп крест лужи разливает. Ауру от льда вместо воды, вместо огня. Так, диспели чудненькая, яда. Магию диспелим все. Поможет. Ну, по идее, это ДЦ должен делать свободный, там, масс диспел подметки точечно, потом додиспелить. А так, смотрите. Так, фласки, все, едим. Блять, у меня опять кончилось. Фласки, забодер. Надо закупить потом. Добрый вечер. О, здорово. Привет, привет, привет. Извини. Ты заходишь? Уже, да. Давай, войд назад в ДТ. Только домой залетел. Ну, в игру давай залетай. Быстрее пока шкаф стой. Да, ну если что, он там может перезайдет, перетыкнет. Твоя сколько кому кидать? Все. По выбросу клаву можешь. Распула, либо дождись, пока пройдет на нем это. По крайней мере, стихии. И под геру не кидай. Пропал. Все, тут. Сейчас он зайдет лок шкаф поставить. Давайте чек на пункт. У меня, если что, чек запагался, я готова. Я понял, сейчас, секунду. Так, начинает пиво еще раз. Схожу, сейчас ставлю тотем и дам отсчет. 300. Спасибо. Там смотрим, миловидная ачивка. Танков отходим, остальные. Да, двор снайпер. Так, танчик Горис. Вышли. Кто там посрыл? Мортус за гром среди. Винстон за гром среди. Чудненько. В тексте. Царю по Мортрусу дайте. Все нормально. Обстрелы, перефаза. Все, черепочек. Все. Горис не бил. Крылья по нему отдал. Да я вижу. Они даже не прохнули, блядь. Так, сейчас с центра уходим, все стоим слева-справа от круга, чтобы он не пошел на центр с агро, если что.
общем, все нормально, он варишь держит. 3, 2, 1. Входимся. Диспелит только, холипал в лужах. Кто зашел с ядом в лужу, стоит, ждет диспела. ДДшники идут в квадрат луну. Танки на маленьком круге диспелится. Но в танк может тоже пойти, если свободный продиспелится в метод, если будет. Они вообще ДД заходят или прохилим? В смысле ДД заходят? Яд выносит? Ну, они заходят в лужу и ждут диспела. Выхилить их также, да. Юморная идти диспелится, дворф снайпер диспелится, квадрат луна. Вас диспелили. Подверни его. Снайпер, иди в синюю лужу, квадрат луна где? Разверни трейда его пиво. Дворф снайпер, квадрат луна. Это метки для танков. Ты не понимаешь? Ты в черепе стоишь, квадрат луна, вот где собака стоит, кастует справа от тебя дальше. Ты не видишь там синяя лужа у стены? Короче, сдиспелили. Юморную. Ты куда мне хуярить? Квадрат. Юморная, обратно вернись. Дворф так и не сдиспелили, охуенно. Ты все бейте уже. Короче, тут бьем, юморная, не умирай. АБС, подойди, короче, Мили, где бы ты ни был. АБС. Танков с диспельти, Гориса надо, пиво с диспельти. Короче, они готовьте, сейчас он пересядет. Мили, Редвар, Хит Your Mom, все Мили подойдите, чтобы он не вышел. Че? На центр Хит. Мили, Мили, Мили. Нажми копии. О, Азура, блядь. Блядь, ну... Все, короче, ладно. Ищем проход. Ищем проход, которого нет, блядь. Там можно справа пройти. Так, и на ком в итоге выброс клавы? Сможешь мне, ну, в центр зайти? Да, я-то смогу. Ну все, давай, сейчас отобьем. Вы вообще все внутрь зайдите. Шумой там танчик, сейчас обстрел будет. Спросил Арон. Так, РДД нет, убери килл. Тоже на рэш. Валя. Валяма. Мортар все продиспелится быстро только. Молодцы. А интересно, а что за мной миллион лута разливать? Че, сложно понять, где квадрат луна для ДД, блять? Метки для танков, ближний круг. Кому я говорю во время пула, куда бежать? И вы стоите АФК дальше. Дворф, снайпер, в чем проблема? Ты не видишь? Я тебе проговаривал, где у тебя квадрат луна справа от тебя. Ты стоишь дальше АФК в черепе, вот тут. У тебя синие лужи, квадрат луна, я говорил, ДД. За петами смотрю. Как юморная вообще умерла. Это он. Привет, кстати, дорогой. Хули ты здесь делаешь? Умер. Чистые воды, чистые воды. Привет, привет. Пиздец какой-то. Петов убираем. Я никому не буду ебашить, похуй. Надо ебашить. Вы, блядь, слушайте и ушами и глазами смотрите, блядь. Когда вам говорят и думайте, что вам говорят. Я говорю максимально просто, что сделать. Слечил слаг, а чего лутаешь мод тогда? Ну и морной первый раз. ЕП не было еще за босс уже? Нет, не начал. Так, пока сейчас ты таки. Защита на тар. Защита плюс оно, как только мы пульнули босс. Окей. Могу уступить защитам, кстати. Не. Не опять идти на лог? Ну, вообще, да, наверное, надо сумануть. А вам точно хапал нужно? Да. Ну, просто на этом 8 могу показывать. Не перезаходить туда-сюда. Ну, на этом ладно, давай. Да сейчас, 20 секунд. Что я тебе сделаю в инске? Зачем вы с тела еще встали?
конечно, медведь. $100 выглядит. Это полный пиздец, но, блядь, сколько мне надо денег-то, блядь? 400 рублей им закидывать, нахуй? Пошли они в жопу. Твари ебаные. Да, знакомься, блядь, смотри, нахуй, помойку какую они создали, блядь. Чё он ещё такой маленький, это блядь? Это что? Это медведь. У зандалагов такой внешний облик друидов. Делается все просто, серьезно? Если не 400 бонусов. Делаешь их обязанные, и все, и нормально, у тебя друид остается. А ну, подожди, остановись, не прыгай, ля, у меня уже в глазах двоится от тебя. Ты катай, покажи еще. Там динозавр, блядь. Ебучий. Ну, сова прикольная. Сова это просто пиздец, там, бля, общипанная дура. Тиранодактиль? Да. Сова там вообще страус какой-то. Да. Мотала тебя жизнь. У этих, у Воргина облик кошки прикольный. Бородатый кот на эльфа. Морт раскинешь на новоприбывших 10-минутную каску. Я потом зайду перепью. Кинуть на новоприбывших 10-минутную каску. Ну, либо барабаны им крутануть, да и все. Бля, мы начнем, нет, сегодня. Релна. Да начнем, ты заебал. Кто эти новоприбывшие? Давай да, барабаны. Первый раз вовремя собрались и пиздим. Короче, пиво на амобе. Ловите рыбу. У кого там удочка. Напоминаю, тотем очищения, диспел магии по рейду. Ловить босса. Милики, у кого там шаманов в пати нет, вы следите за стаками. На 10 где-то 100 пути. Милики, у кого никого нет. А может и раньше, когда вас уже шотает почти. Следите за своим хп. ДД 4-я пати вас тоже касается. С вишнями. Купол подкаст. Стрел. Давай, давай. 14 стаков, 18 стаков. Жмись, не могу сорвать. Хорошо. Так, а у нас кастауры, да? Нету Моркус. Сейчас проблема с аурами опять. Ничего полезно. Ладно, все. Свич надо в эту шкуру. Еще много хп у босса. Хильте, пожалуйста, меня. Ради бога. Я уже прожимки сдавался. 5 крылья, да. Спасибо. Так, а ультер у меня сейчас, да? Группа вот стоит. Лидерка на тебя. Эти шипы пиздец за секунду накапливаются, чедари. Без хапала больно очень, конечно, просто пиздец. Так. Самый главный как вопрос. По приору выше. У нас рокировка намечается или нет? Мне просто его подгонять поближе или а нет? Куда все вот пошли так? Просто в сторону Вайша? Да, да, пока подгоняй. По воде идем к Мурагриму. Я обошел колонну. А че вы за мной ходите вообще? У кого приор на токен? Говорите мне, топовый, я не вижу. Надо включить, кстати, вы потом. Поставить, точнее, все. Mm-hmm. Так у тебя же рейтрол есть? Да, текст. Он показывает настройку. У настройка? Да. Ну, открываешь в этот в обычных настройках рейтрола, и там PGP-мод. Показывать. Включите PGP-мод, да? Включение порогового уровня или что надо поставить? Не, просто и PGP-мод. Тыкни там, где
написано. И тогда еще на кого-то трэш сагрился. Мы проролим, и у тебя это высветится. Приор. Так, ладно, сейчас кто выиграл? В тексте. Ну, если парол, то снайпер. Нет. Не парол, по... Текси, просто текси. Все, я услышал. Если пишете на транс, там на оф сразу пишите, как роли, паролили. Так, я перекину тебе систа и лутер. Сейчас группу узнаем. Это, да? Конечно, интересно, но как я тебе буду ЕПГП смотреть? А, да, да. Ладно, оставлю на себе потом. Ты главное галочку, чтобы кто-то поставил, и там уже сам начислишь потом. Ладно, ладно, ладно. Сейчас все могу путь не пришел. У нас просто с локами никогда беда не была, поэтому я не загоняла его в стаю. Ну, понял. Это можно не видеть. Надо было брать БС-лок. Зачем? У меня есть. У меня лучше. Ханты, сбегайте на пульте дальних, больше брюлей. Либо кто умеет сбегать, сагрить, чтобы мы тут не бродили по этой воде, блядь. Не, не получится. Пиздец. Так, ну можешь заходить, наверное, на палубу. Так, пою уже нельзя. Можно вроде релогать с Ильей. А, тебе 4. То ворон пусть это торговца надо. Так, сразу третья пати череп, четвертая крест. В квадрате стоит Холи Пал и ачивка хилит. Слева хилит Цитаэль, справа девочка Трабл в кресте, стоит в черепе. Шафран в ДЦ. Где ты стоишь, я не знаю, с какой стороны тебе удобнее, ближе к мелизоне. Под колоннами где-то, потом просто входишь назад. В хилах никто не стоит там, ни лемы не откидывают, никто нихуя там не делает. А, сразу, по шкафу. Так, рыба тут на колонне сейчас поставлю. Не надо в крест становиться, надо, да. Еще не готово. Еще трэш ведут. Так, начнет у нас тогда Горис, да, если что. Чтобы потом там может остаться. Да вообще ради трэша, а не ради того, чтобы остаться. Но в целом плохо. Ну, остаться ради трэша я не буду. Сумоним хоть, по-моему. Уходим.
сразу. Крест это для одного хила, череп для другого, РД вы там вокруг рассасываете. Ханты и маги там на заднем рендже. Совы на ближнем. Сидя. Главное разбежаться на второй фазе под каст землетрясения. Дальше вы можете стоять рядом. Говно убейте. Нормально. Рыба все еще стоит. Воды у всех есть. Так, короче, начинает Горис. В него напулят ханты сейчас сюда. Поставил тотем и идите. Даю чек сразу. Можно узнать, что в черепе делает четвертая патия? Ну, кому я говорил, третья патия. О, они в кресте, ну да, в черепе они. Третья пати слева, четвертая справа, как смотреть на кишку, откуда мы пришли. Нихуя вы там не делаете, стоите, бьете просто. Винстон, ты с другой стороны. Иди сейчас на центр, туда к боссу ты будешь напуливать. Я просто тебе сказал, где ты стоишь, ты не там был. Главное, все там, когда будет землетряс, хилы тоже сделайте там шаг назад, чтобы уступить место ближним РДД и милике. Второе пиво будет. Миликам ближний РДД тоже могли уступить. То есть буквально три шага назад все делают на землетрясе. Так, следующие игроки отсутствуют защитан. Все готовы. Давай на пул в Гориса и бей. Все, он идет, там пару тычек еще. Лицом никто не стоит. Трэш на мага идет. Камушка плюсы. И мы все заливаем через босс. Так, следим за своим агро ДДшники. Хейт, АБС, Мортрес. Посматривайте, вон он. Винстон тоже там не спи, если что. ДДшник. Борис протаскиваем за быстрее. Вообще я смещусь, я понял, чуть кто будет ставить. Давайте меня на пулы. В пиво на пульте. Вот. Че сейчас Борис будет кто-то? Не, Шилдмейден. Ну, так вот будет. 10 секунд. Мортрес. На пульте, пожалуйста, блядь, пиздец. Ну, в пиво, наверное, пульте. А себе не скидывай пока. Вообще не скажу. Может, переведем сейчас уже, нет? Все, рев пошел, стоп-каст. Все, набираем рейндж 8 метров, вам радар включается. Поджались, отошли чуть-чуть. Максимум 2 человека.
Гера после следующего. Шафран, как ты умираешь? Монументальный. Цита или резцы? Инер ему, либо Гера после следующего. А он там вряд ли достанет до него. Ну что, герою дали? После следующего сейчас будет. 3 секунды, пошел каст первый. Все, короче, даун. По хилу там третью пати. Миликов. Мортус умер. Ладно, не тратим БР. Идет в РДД, откинул. Еще рев. Плохо. Какой хер он за стенкой бьет монументалкой? Вот смотри, где я сдох. А так у него уже идет перед лицом эта хуйня. Даже то, что я за текстурой от него нахрен в километре. Да. Я второй раз в этой точке был ебнуло. Так, сейчас погоди. Не стыдно ТПС такой. Кому-то что-то надо? Сколько, когда мы уже с вами эту хуйню закрываем? Получается, с самого начала, там, месяца два. За 8 кд мне выпало, ну, 0 раз кольцо упало на сопрот. 0. Я уже не помню, сколько раз я хожу в льду. На холдране за полгода ни разу не упало. И вообще она там ни разу не упала. Так, это транс, да? Отойду на 2 минутки. На сопрот все равно непонятно, где носить. Сейчас закину. Так, ЕП за босса 200, да? Ну, за краба начисляли? Нет. Это за 2. Ага. И потом камушка. Там камушка пришла до пула. И из-за этого можно. Сейчас. 7 дам. Кого их? Там был уже. Еще моб. Больше моб. Так, короче, не знаю, ханта может у нас Бьорн потанчит буквально 20 секунд, потом дальше будет дамажить, чтобы не спекли 3-4 танка. Ну, как вариант, можно попробовать, чтобы он там какую-то одел. Я думаю, он в мишке должен выжить. Главное, напулить у него будет ханта. Он с персой выдержит. Ну, да, я думаю. Просто он, когда первый зайдет в пачку, блядь, если вы на танках сразу не заберете, ему прилетит ебало. Сразу.
Он должен первый заходить. Критическая тычка. Ну вообще, для удобства, заходит сначала танк, который с хантом, а потом другие снимают уже там. И крит не залетит, ведя по дефолту кап защиты. Ладно, медведь тогда начнет, в любом случае подойдет. Бьорн, точнее, в форме медведя. Так, повторяю, баба у нас будет стоять вот тут, за фонарем, наверху, на платформе. Это луна. Ее танчит вар. Рэндж. Шаман стоит в дальнем левом углу, где он трэш-палатка. Ее танчит пиво, его. Кири, я отойду на 2 минуты. Пусть, зараза. Так, это Волнис. Мейна череп. Нужно подойти поближе. Что, спала? Мейна череп Борис, соответственно. По хилам сюда дальних двух эмиликов пойдет хилить Цитаэль, девочка Трабл. Чудненькая там между стоит танками, Антом и бабой. Шафран, ачивка на рейде. Потом, когда сместим с эмилики ханты бить шамана, Шафран пойдешь туда хилить. Ну или как ты между тут постоишь, там, я не знаю, посмотришь, если нормально останешься, если их там ведет, пойдешь к ним. Окей, побегаю, посчитаю. Да-да. Мы начинаем рейд за колонной. Почему? Чё, тут пламенная связь, нарисовать треугольник 30 метров, если есть хил в этом треугольнике, он стоит на месте, вы от него убегаете в сторону, влево-вправо. Ну и, соответственно, следить за косом босса в фокусе, череп держать всем, особенно миликам, и отбегать от танков, которого кастуется стрела. Долгий каст, который в ауе бьет, когда вылетает 20 метров и вешает доту. Там тысяч по 8, по 10 дамажит. Так, ачивка. Пойди он туда, между тех двух колонн дальними тотемы поставь. РДД, тотем от огня и тотем от льда. А я тут поставлю. Туда дальше, вон где два хила будут стоять между черепом и квадратом, между колоннами поставь им тотемы. Огонь, лед и РДД хаст. Самое главное. Киньте ребаф на меня, пожалуйста. Так, я вот тут оставлю. Потом, бля, этот жик как пэт выглядит. Еще раз. Танчит бабу вар. Шамана квадрат. Танчит пиво. Череп танчит горис. Шаркис танчит бьорн в форме медведя. Его надо будет заоверхилить. Ребят, танки, у вас есть зелье несокрушимости? Киньте мишки на бьорну. Одну штучку. Ну, ЗСД только есть. А серьезно, вы не носите? Нет. Странно. Может, у тебя есть? Да, да. О, поделись, пожалуйста. А то у меня на друиде они висят. Спасибо тебе. Так, по аурам еще у бабы идет аура минус от хила, у шамана, если вы кастуете именно кастами, которые кастятся, они моментальными хилите и дамажите, у вас снимается мана.
там x200 или x300 за спел, я не помню. 10% максимальный. А ты кого поставил на шамана? Пиво. Хочешь ты? Дай я на шамана встану, меня не надо менять будет. Ладно, ты на шамана, пиво тогда на боссе, на череп. Пиво, услышал? Да-да, услышал. Так, рыбу поставить. Нет, она не... Ешьте быстрее. Так, тотему сейчас обновить, сходить сразу. Все, он ставил, возвращаясь, даю отсчет. Сначала бьем Шаркиса, как только разведут. Сейчас вы стоите АФК и вообще никакие кнопки не жмете, кроме танков и хантов с напулом. Они сейчас хилятся. Только доты вешаете. Все, он пошел. Пламенная связь скоро будет. Танки, говорите, кто там на мейне, в кого летит. Катаклизм борется. Все, добили ханта, идем. Баба должна умереть у нас второй. Шаман последний. Или наоборот, погоди, баба последняя же, да? Шамана вторым, баба три. Да-да-да. То есть, если что, мы в бабу стопаем. Ханты идут на шамана туда, к миликам. Синяя лужа, внимательно, милики под шаманом. Если она под вами появилась, вы не выходите. Если вы вышли, она появилась, вы не заходите в нее и ждете, пока она пропадет. На шопы. Стрела катаклизма 3 секунды. Шилдмейдена отошли РДД. Разнесли связь, о боже, я маг умирает. Так, что там по хп? 30% волос. Давайте активнее волосы. Миловидная, почему ты тут где-то бегаешь? Ты должна бить шамана вон там, в квадрат, в углу, блядь. Били. Стопните в бабу. А, убили, все, нормально, добиваем. Шилдмейден и хилл, Редвар и хилл. Выводи, выводи уже. Стрела катаклизма, Шилдмейден. Выводи и пиво. Выводи босса. Короче, я заберу. Рэндж набрали связь. Все, вот тут ставь его, он стоит у колонны. Не надо дальше вести. Гера пошла. Лужа появилась, милики аккуратнее. Бах, Войд выжил. Милики, стоите на месте. Хилы. Пропало, потом можете набрать раньше. Ну, куда вы вместе там бежите? Ты должна к рейду там бежать, а не стоять у колонны. Должен. Лужа, аккуратней, заходите. Смотрите под ноги, что под боссом. Землетряс 20 секунд. Все, дамажим. Нажмите там припоты, бурсты. ДД набрали. Бля, чуть-чуть не хватит. Перехватит, перехватит. Давай, еще там каст еще каст. Будет. Там еще каст. Давайте, давайте, давайте. Господи, молодцы, господи, просто. Сейчас кто подойдет, умрет. Так. Приворы, приворы. Ачивка, можешь выключить это, чтобы не спамило параллельно.
Блин, а почему тут не показывает именно в окошке, у кого купюр? Обида. У меня показывает. Бьёр, а у тебя не показывает, кстати, у тебя на всех ноль пишет. У меня на ноль на всех пишет, да. А чё за фигня, блядь? Мне кажется, Бьёр, может, звание, кстати говоря, сбило. Так, короче, кто выиграл? Бьёр. А, спасибо. Бьёр. Нет, пока не выключай, я отключу. Так, Бьорн есть. Дальше, я не знаю, надо. Скорость, крит, хаст, сила. Нет? Да, просто я дробяшка, дробяшка. Не понял. Ну, тогда закидываю в себя. Так, ладно, другую поставлю. Ну там он в чате пишет, на транс возьму. Ну ровно пишет. А, на тексте убегай с ним. Финиш мне обмен, когда я приду. Так, ЕПшка, да? Я вот думаю, нам ДЦ тут сильно нужен, может спекнуть назад шафрана тут Холика, чтобы он хилил просто из пепеления. Ну, а не... тоже тут нормально. Холик не прям хилит из пепеления охуенно. Ладно, пускай это не становится. Короче, по гимнам. Первый гимн сдаст девочка Трабл, второй шафран. Получается. Тем. Ну там когда бьете хотя бы на пулы жмите на фонтах, что они на вас не бежали. Че, Огнис кому-то надо? Огнис. Риня. Сердце Огнуса. Так не сильно надо, если не знаешь. Ну, у котика есть вроде. Кому-то тварчика, может, каким-то. Я на медведя тоже взял. Никому не надо. Ты на Редрика хочешь? Нет, на медведя. Зачем тебе? Более-менее. Зачем тебе на медведя сердце, если у тебя есть железное сердце, которое также... У меня есть. У тебя есть или нет? Нет. Ну тогда надо. Просто железное сердце лучше, чем Огнис, даже в плане агро. Так, юморная, ты тактику знаешь, что ли? Да он все тактики знает в целом. Да они все тут ачивка, ты знаешь? Да. Хорошо. Квадрат для хилов, печенька для третьей пати, ромб для четвертой пати. Главное на обстреле. Милики, вы в начале коста идете влево под стеночку, и в конце коста, после того, как он проходит, идет флайт тайм этих снарядов под вас. Вы уже идете к боссу, оставляя все кружки позади. Вы не идете в РДД, в хилов назад, вы идете ровно влево к стене, в начале коста. Для РДД и хилов вы ждете конца коста, и потом только выбегаете из меты. В левую сторону, например. Все двигаются.